И всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня Павел Монтик. И сегодня мы будем делать домашние чипсы. Ну, просто дело в том, что я, видос сегодня не снял про Майнкрафт. И подумал, можно сделать видос, как я делаю домашние чипсы. Ну и решил сделать. И вот, берем картошку, чищем ее. У меня она уже почищена. Теперь, вот, я эту возьму. Режу. Сейчас. Опа. 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 Блин, что такой большой, толстый? Ребят, надо очень тонко нарезать. Короче, ну нормально. Я думаю, прожарится. Блин, что они так сложно режутся? Так. Может помочь? Так. Ой. Так. Опа. Блин, бобо. В кавычках. Так. Кшак вообще тут без ума от чипсов. Так. Пока что получается прикольно. Чё, блин, а-ра-ра? Можно паузу нажать? Можно паузу нажать? Так. Такие у меня чипсики получились. Такой формы. Супер прикольненькой. Так. Ладно, ребят, включу камеру, когда нарежу все. Ну вот, ребят, у нас такие вот чипсончики получились. Сейчас я их быстренько разложу. Коп-оп спидран по Майнкрафту, по мамам. Ну, ребят, смотрите, вот завтра я, наверное, 100% выложу видос, где я выживаю. Это 100%, потому что они у меня выходят ежедневно. Но бывает такое, что не выходят, просто у меня там проблемы небольшие происходят. Ну, завтра точно выйдет видос. Столько много чипсиков. Будет очень-очень вкусно. Будут хорошие пельмени. Очень-очень вкусно. Так. Так, ребят, ну, зовите, короче, на мои движения. Так, ладно. Раскладываем пока как. А остальное как разложить? Я не знаю. Я не знаю. Сейчас, ребят, подождите, я отойду. А, все, ребят, я вернулся уже. Ну, смотрите, на пустые места. Сейчас быстренько некоторые разложим. Так. Блин. Так. Ребят, я еще и майнкрафтер, и шеф-повар даже. Прикиньте, ребят. Да, блин. Ребят, короче, мне тут чел какой-то мешает, бомж в окно лезет. Бесит вообще этот бомж. Ну, ребят, смотрите. В принципе, смотрите, давайте я включу камеру, когда... Ну, короче, когда буду уже сажать в противень. Окей? Ну, ребят, смотрите, я все уже вот разложил. Так это выглядит. Бомж куда-то уже уполз. Реально. Вот.
соль подготовил. Это чипс с солью от Павла Монтик. Есть чипсы Влада 4, а будут чипсы Павла Монтика. Но они не будут в продаже. Их можно будет у меня заказать. Так, вот так. Вот так вообще будет такие вкусные. Сочненькие чипсики. Сочненькие. Такие сочненькие чипсы. Я думаю, хватит. Так. Соль пока что отнесет. А мы пока что... Блин, какой стороны? Ладно, это... А мы пока что поставим в продверь. А, так, блин. Мне тут аниматор помогает, который меня снимает. Опа, все. А я включу камеру, когда уже будут чипсы готовы, я их буду пробовать. Смотрите, уже вот прошло 30 минут, можно их вытаскивать. Но для вас это 1 секунда. Для меня это целых 30 минут. А мы вытаскиваем. Немного жутко. О, вообще даже не горячее. Я думаю, что горячее будет. Сейчас, ребята, я закрою. Так. Ну, блин. Ну, некоторые перегорели, некоторые так, средние. Ну, средние это как... Ну, как? Как сказать? Наверное, как вот этот. А перегорелый это вот как вот этот. Ладно, сейчас. Как вот этот. А нормальный, наверное, как вот этот. А вообще не приготовленный, как вот этот. Или как вот этот. Вот я, короче, не знаю. Давайте я включу камеру, когда они остынут. Окей. Okay. Ребята, они уже остыли, я один попробовал, но они такие, как вам сказать, такие, ну не соленые. Смотрите, я сейчас попробую на ваших глазах. Так что мой рецепт — рабочий чипс с бумагой. Только маслом полейте, чтобы они без бумаги были. Смотрите, какой чипсик. Смотрите, я его ем, такой сочный. Это вообще без соли. Перегорел, я выбросил. Так. Ну вот, о, вот нормальный. Ребят, смотрите, вот место тут осталось. Это не от вот этого. Это от которого я съел, а вот от этого, это место, это вот от этого, смотрите. А, в нем уже есть соль чуть-чуть. Ну, чипсы Павла Монтика крутые получились. Можете готовить свой рецепт. Пока что. Ну, смотрите. Рецепт таков. Берете, чистите эту, как там, картошку от кожуры. Потом ее нарезаете на мелкие кусочки. Ну, примерно. Ого. Примерно на вот такие вот. И потом вот. Вот этот на хрустик настоящий прям. Короче, вот смотри. А потом нарезаем их, я вам показала. Потом надо их посолить. Потом поперчить. Ладно, насчет перца шучу, это по желанию. Но я не добавляла перец. Потом надо в эту духовку. И потом 30 минут подождать. Потом можно есть. О, смотрите, какой бутырь получился. Ладно.
Ладно, а мы пока заканчиваем этот видос. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока, а я пока буду чипсы есть.